Здравствуй, солнце золотое! Здравствуй, небо голубое! Здравствуй, матушка земля! Здравствуй, Кыргызстан, родина моя! Ребята, сегодня у нас необычный урок, а начнем мы его с разгадывания кроссворда. Посмотрите внимательно на картинки и назовите слова. И потом вы только узнаете, какое слово у нас спряталось. Рама. Буква Р. Одуванчик. Буква О. Дом. Буква Д. Иголка. Буква И. Нитка. Буква Н. Арбуз. Буква А. А теперь, мои хорошие, прочитайте, какое слово у вас получилось. Родина. Молодцы, верно. И сегодня мы с вами поговорим о нашей родине. По-кыргызски родина звучит как ата мекен, что означает слово родина. Ата-мекен – это место нашего рождения, страна, в которой мы с вами, ребята, живем. Родина – это место, где мы родились, живем, где живут наши родители, бабушки и дедушки. Это наш дом, улица. Родина у каждого человека только одна. Наша, ребята, родина – это Кыргызстан. Родина – это отец твой и мать. Здесь родились мы на свет. Родина – это друг и ровесник под стать. Нет земли для нас красивей. Родина – это твой аул и столица. И любимей в мире нет. Родиной нужно, ребята, гордиться. Здесь твой дом, твоя семья. Здесь живут твои друзья. Должен родину, как мать, ты беречь и защищать. Кыргызстан, родина, и нет прекрасней слова. Ребята, а какая наша родина? Солнечная, горная, красивая, гостеприимная, многонациональная, чистые горные реки, воздух, овощи и фрукты. Правда, ребята, наша с вами родина самая красивая. Отлично, здорово вы отвечаете. А как вы понимаете слово «многонациональный» и «гостеприимный»? Молодцы, ребята, здорово вы отвечаете. В республике, в мире и согласии живут люди разных национальностей. Кыргызы, казахи, русские, украинцы, татары, узбеки, уйгуры и многие-многие другие. Они очень великодушные и гостеприимные люди. В наше время у каждого государства есть свой флаг, герб и гимн. Ребята, у нашей страны тоже есть символы государства. Задумывались ли вы, почему цвет нашего флага красный? Дело все в том, что у великого Манаса было красное знамя, доставшиеся ему в наследство от отцов и дедов. Поэтому и наш нынешний флаг красного цвета. А тундук – это символ отчего дома. Он олицетворяет прочность дома, уклада жизни и вековые традиции народа. Ребята, тундук символизирует единство народов.
проживающих в стране. Второе изображение на флаге. Посмотрите внимательно. Это яркое солнце. Недаром Кыргызстан называют солнечной страной, и 40 солнечных лучей, похожих на кыргызский орнамент, ровно расходятся от солнца. На государственном гербе Кыргызской республики на фоне озера Иссык-Куль и гор Алато, над которыми восходит солнце, изображен белый сокол Ак-Шумкар, символизирующий свободу страны, стремление к лучшему, щедрость. Озеро и солнце – символы красоты природы, источник жизни и энергии. Хлопок и пшеница на гербе говорят о разнообразии культур Кыргызстана и в то же время об их единстве, объединяющем все их разнообразие в единое целое великого народа Кыргызстана. На гербе написано «Кыргыз Республикасы». В Кыргызстане, ребята, есть 7 областей. Давайте назовем: Чуйская, Ошская, Джалабадская, Талаская, Нарынская область, Баткенская. И столицей Кыргызстана является город, правильно, мои хорошие, Бишкек. Наша столица находится, ребята, в Чуйской области. А в Нарынской области, ребята, находится крепость Ташрабад. Здесь караванщики останавливались на ночлег и отдых. Они везли товары из Китая в другие страны. Эта дорога называлась Великий Шелковый Путь, потому что везли шелк из Китая. Иссык-Кульскую область, ребята, называют Долиной Сказок. Вы знаете легенду об озере Иссык-Куль? Их очень много. А вы помните, какой памятник находится в Талаской области? Молодцы! Здорово! Конечно же, это Кумбес Манаса. А вы помните, кто такой Манас? Это батыр кыргызского народа, который боролся за свободу и независимость кыргызов. Ну что, ребята, я думаю, что вы очень много узнали, и пришло время с вами отдохнуть. Мы станем все военными, большими, здоровенными. Будем в армии служить, будем родину любить, сад и дом свой охранять. Будем мир наш защищать. Пришло время, ребята, пошагать. Шагаем, шагаем, шагаем. Молодцы, вы настоящие военные. Здорово, ребята, у вас получилось. А теперь посмотрите, что мы видим на картине. Молодцы, правильно, это грецкие орехи. Родиной грецких орехов является Арслан-Боб. Там выращивают ореховые деревья, известные на весь мир. Перед вами, ребята, следующая картинка. Это гора Сулайман-Тоо. А где она находится? Правильно, молодцы. Гора Сулайман-Тоо – священная гора. И находится она в центре города Ош и является древнейшим памятником истории и культуры. Ну а в Баткенской области растет цветок айгуль. Это очень редкий цветок. Он цветет, ребята,
раз в 7 лет, а Айгуль расцветает только в полнолуние. Также Баткенская область знаменита своими абрикосовыми садами. Ну что, ребята, мы с вами побывали в 7 областях нашей страны и увидели, что наша родина – красивая и высокогорная страна. А теперь, мои хорошие, я с вами хочу сделать картину на память. Вам потребуется цветная бумага. Ребята, для картины вам потребуется цветная бумага. Я взяла основание голубого цвета, это картон. Из коричневого цвета я буду делать горы. Синий цвет у меня будут облака. Ну а цветные бумаги у меня будут цветы и бабочки. Ну что, ребята, приступаем к работе. Из коричневого цвета я складываю вдоль лист бумаги и вырезаю треугольники. Это будут наши горы. А теперь нужно соединить наши треугольнички с основой. У вас получилось? Молодцы! Берем следующий треугольничек и делаем то же самое. Итак, мои хорошие, теперь нам нужно сделать облака. Вот такие облака у меня получились. Клеим поверхность нашего облака и соединяем с картиной. Ребята, вы можете добавить еще солнышко и зеленую травку. Моя 3D-картина готова. А у вас получилось? Спасибо за внимание. До новых встреч! We'll be right back.